сегодня будем играть «Сломай головишку». Иди, ничего, ладно, погнали. Мой братишки, сегодня я с вами. Он красный, я синий, ребят. Да. Не забывайте. Да нет, давайте я буду синий. Нет. Ничья, ребят. Ничья. Видели, как я солитвухи мучила? Ну, хотя да, молодец. Старался. Есть, ребят, я ему... Целый день играл в нычке. Сейчас положу на паузу. И его брат. Ребят, короче, мы сейчас смотрите. А если у врага он... Ну, или он, или я, он мне... Ну, он мне голову, ну, не пробивал, не касался чем-то, или я упал, а я его победил на чисто, значит, он выполняет мое желание. А если он, то так победил. Черни-жесткие желания. Да, черни-жесткие желания, ну ладно, погнали. Че с тобой? У тебя кружит голова, и ты падал. Сейчас кто-то будет желание выполнять. Ага, ты специально сделал. Ребята, он сейчас... Его сейчас поставим на паузу, мы сейчас разберемся. Не надо. Надо, братан, надо. Так, сейчас я краба двигаю, чтобы он меня подвигал. Колесо, о да. У меня скоро будет свой канал. Нет, не скоро. Через 10 лет. 300, скажи еще. Все не победили. Давай нормально, жестко играй. Ладно, давай. Ребят, подождите. Ну вот, ребят, надеюсь, я ему голову отрублю. Пока. Есть. Пока мисс первый есть. Первый. Ну, блинчики хочу я, блинчики. Ребята. Не, ну красиво бочка в него влетел. Походу, никто сегодня желание не будет выполнять. Наверное. О май гад. Это точно. 2-1. Нет, ребят, я, кто выиграет, тот и желание выполняет. Нет. Ой, кто проиграл, тот желание выполняет. Ребята, я не проиграл. Я тебя буду бить. Видели, как жестко? Ребят, да вообще этот чел не мощный. Ребят, напишите в комментариях, какая у меня сейчас машина. Сейчас решу, что каннибал. Его... Кто-то желание вот сейчас выполнять, ребята. Сейчас ты должен кукарекать 5 раз. Кукурику! Кукурику! Все, ладно, проехали. Кукурику. Все, не надо, проехали. Кукурику! Он ударил. Он язык проглотил, ребят. Ничего страшного, мне даже лучше будет, если честно. Нет! Видели, какая драка? Нет, ему... Я там навертела. Чувак, нет! Ребят, а кто походу сейчас я буду снимать... Ой. Желание. Есть. Так, ребят, я побеждаю. Пока не сижу. Наверное. Или вот. Он проигрывает. Ребята, кукарегу. Кукурику. Есть. Ребят, я победил его. Один раз. Ну ладно, давай. Чувак. А чё, это не я, это машина. Ты. Это ты. Друзья, напишите, это кто я. Лучший блогер, я или он? У него даже канала нет. Есть. Какой, скажи. А, не знаю. Ладно, говори желание. Точно. Желание, чтобы ты нормально играл. А, ну ладно, хорошо. Чисто по полу и меня бах-бах побеждал. Не я, это я. Ребят, желания, если честно, не такие. Хотя да, ты побеждаешь.
все постепенно. Та-на-на. На! Нет! Ты что там своими звездами? Играть научись, потом видосик снимать надо. Нет. Это не я, это вот эти вот. Ребят, Подавайся. Во, видите, профессионал играет. Действительно, у нас сейчас не тия. На. На, и ты. О, видишь, своими звездами. Сейчас я всех порешаю. На, пока. Выполняй желание. Желание, чтоб ты еще лучше играл, но туже. Ребят, теперь он синий, я красный. Сейчас синий будет делать. На-на-на. Синий цвет победы. Пока. Ой. А кто из арта сделал? Нормально, да? Вислова, на Вислова. Чувак, иди на Вислова. Я нуб в этой игре, ну ладно. Вроде кто-то говорил профи, да? Ребят, ну, я красный, ребят, я красный. Ребят, он... Он-то врёт, что он синий, а сейчас что красный. Ребят, короче, мы сейчас поменялись местами. Я подумал... Я подумал, он не может с этой стороны играть, его вот проигрывает. Блин, я случайно упал. И вот, я решил тут посидеть. Ребята, а я нормасик так играю. Так я тебя убил. Ребят, я не хочу с ним больше снимать видео. А напишите в комментах, кто лучше, реально он. Крабы меня везут. Раки. Раки самые вкусные, то. Ого. Я сейчас полетаю. А споришь, сейчас я победю? Победю. Рано. Чувак! Есть, ребят! Я победила, ребят, я победил, сейчас ему задаю желание. Так, какое желание сейчас придумаю? Ребят, я придумал, какое ему задание дать. Для него это будет очень сложно. Три боя молчать. Все, поехали. И не смеяться. Все, давай иди сюда. Садись. Мы сейчас подрались. Да, да, все нормально, телефон не дергай. Фалаймыны-мыны, пока. Нет, нет. Уху, я сальтист мира. Все, давай, пока. Ребят, ну, проигрывает по полной, если честно. Он и есть полный проигрыш. Чего? Ребят. А он не может разговаривать. На тебе бомбу. Нет, не мне. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Сейчас я его бомбу. Ребят, я ему сейчас дам. Нельзя смеяться. Ого. Круто. О, нормально. Короче. Никакое ему... Ребят, я решила ему дать шанс... И он мне даст сейчас... Я ему дал задание, чтобы он больше не выключал модем. Ну, этот, который еще не выключал, чтобы вы слышали. Окей. Воу-воу-воу! Только когда закончится видео. Вообще-то это последний бой. Ты что, не забыл? Мы снимаем только до 10 минут. А сейчас 9. Ничего не забыл? А тебе еще пила разрежет. И на пилу. Пила тебя ждет. Пила. Ребята. А я и без пилы. Вот, вот. На. Сам ударился ты. На. Круто, да? А, все, друзья, пока. На. Ты будешь целый... Пока не ляжешь спать, будешь не выключать видео. Не, ты сам сказал. Да, пока мы с ней закончим. Так.
Я думаю, ты мне на этот раз уступишь. Пока. Ну давай мне за. Чтоб он, ребят. Чтоб он, ребят, всю жизнь меня не дергал за волосы. Ай! Ладно, ребят, всем пока, будем прощаться. Пока-пока!